Здравствуйте, ребята! С вами Ольга Николаевна. Сегодня предлагаю всем повторить правила сложения, которые используются на каждом уроке математики и без которых не получается быстро и правильно решать примеры и задачи. Будьте внимательны, повторяйте вместе со мной. Сложение – это арифметическое действие прибавления одного числа к другому, обозначается знаком плюс. Сложение – это арифметическое действие прибавления одного числа к другому, обозначается знаком плюс. Прибавить 0 значит назвать это же число. Прибавить 0 значит назвать это же число. Например, 3 плюс 0 – это 3. Прибавить 1 значит назвать следующее число. Прибавить 1 значит назвать следующее число. Например, 5 плюс 1 – это 6. Компоненты сложения называются первое слагаемое, второе слагаемое, сумма. Компоненты сложения называются первое слагаемое, второе слагаемое, сумма. Например, первое слагаемое – 3, второе слагаемое – 2. Сумма равна 5. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Для удобства вычислений прибавлять число можно частями. Сначала представив его в виде суммы удобных или разрядных слагаемых, а потом прибавлять по очереди каждое слагаемое. Например, 7 плюс 5. 5 можно представить в виде удобных слагаемых 3 и 2. Сначала к 7 прибавляем 3, получаем 10, потом еще 2, получается 12. От перестановки слагаемых сумма не меняется. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Например, 5 плюс 3 равно 8, 3 плюс 5 равно 8. Примеры на сложение можно читать по-разному. Например, 5 да 3 – это 8. 5 и 3 – это 8. К 5 прибавить 3 будет 8. 5 плюс 3 равно 8. Сумма чисел 5 и 3 равна 8. Первое слагаемое – 5, второе слагаемое – 3. Сумма равна 8. 5 увеличить на 3 получится 8. Надеюсь, у вас все получилось, и вы успевали повторять вместе со мной. Теперь попробуйте повторить самостоятельно. Желаю вам удачи и жду вас снова на своем канале.